Нет, считаю, что неэффективно работает Рада 8-го созыва и конкретно вот эта вот сессия по нескольким причинам. Во-первых, продолжается законодательный спам в большей части. Я не буду говорить, что ничего не делается, да, или там... Нет, конечно, есть какие-то изменения, происходят там, запускаются, начинается загрузка некоторых так называемых реформ, но в большинстве своем продолжается кнопкодавство, продолжается нарушение регламента, ну, как бы все те бичи, с которыми мы неоднократно здесь уже в этой студии обсуждали, они есть. Что еще? Явно в Новый год, в 17-й, мы входим с проблемой того, что через законодательный орган нельзя протащить, скажем так, или законопроекты от оппозиции, которая сейчас, оппозиция у нас разная, но при этом все их инициативы не голосуются. Если переходить от той темы, с которой мы начинали, да, вот Америка, есть законопроекты в интересах государства. Неважно, кто их предлагает, но они могут быть полезны. Вот сейчас надо менять вот эту вот как раз уже традицию и переходить к тому, что должно от эмоций переходить к рацию. Если инициатива должна быть воплощена, потому что она в пользу стране, а не потому, что ее кто-то инициировал из тех, кто не нравится, не рукопожатен или еще какая-то ситуация. То есть вот это надо в законодательном органе, конечно, менять. Еще большая проблема. Это посещаемость, конечно же. Мы очень часто констатируем, что в пятницу, да, там полупустые трибуны. Сейчас у нас был то Давос, да, то у нас был приезд Байдена, то у нас теперь инаугурация Трампа. То есть любые причины, но кроме того, что все важно, кроме самой Украины. Почему украинская повестка дня все время становится на 5-й, 6-й, 7-й эшелон? Надо, чтобы все-таки Украина была для украинцев доминирующей.